Ассаляму алейкум. Шри-Ланка – это вообще замечательный остров. Он немножко похож на грушу. Его площадь составляет 65 тысяч квадратных километров. А сейчас мы едем автостопом в рыбном рефрижераторе. Этот грузовик, который едет за рыбой на побережье Кривака, вот эти ящики, в них находится, как ни странно, большой лед, даже схватить его нельзя тут, поэтому на улице плюс 38, а в кузове отрицательная температура. Так что после кузова, как раз после улицы, было очень приятно оказаться в таком свежем кузове. Это все мешки, все в них лед находится. Вот такая вот шри-ланкийская разнообразная жизнь. До сих пор купаться не рекомендуется. Какие-то мины, наверное, есть. Вот. Памятник Махатме Ганди тут образовался. Вот новая мечеть в городе Мулайтиво. Такая большая уже сооружена. И рядышком старая, еще, видимо, колониальных времен. Древняя мечеть, которая здесь уже, наверное, больше сотни лет, и козы пасутся. Great! Вот они, собственно, две мечети Мулайтиво. Одна древняя историческая мечеть за нами, и рядышком находится еще одна большая новая. Вот, собственно, и они. Год. Даже арабский, тамильский, английский. Часть домов почему-то еще разрушены, непочинены, ограждены колючей проволокой. Интересное свойство. Крышу ремонтируют. Закидывают черепицу наверх. Стран. То есть можно ехать с рюкзаком, с мешком, с кошелкой. В принципе, есть багажничек сзади, но не всегда в него можно проникнуть. Так что можно затащить багаж с собой. Автобусы безлимитные, то есть любой автобус поместится любое количество пассажиров. То есть 100 человек, это нормально, может ехать больше 100 человек. Билетер билеты выписывает. Неудобство автобуса в том, что они, ну, конечно, медленные. За час, наверное, километров 30 они проезжают. Ну и, конечно, они останавливаются у каждого столба, собирают каждого пассажира, высаживают повсюду. Может быть, даже 25 километров в час будет, но зато в каждую деревню обязательно будет ходить такой государственный или частный, но очень дешевый автобус. То есть цена примерно в 3-4 раза дешевле, чем в России. Скорость меньше, но зато куда угодно, в любое время сел, поехал. Поезда еще дешевле, но они не во все города ходят. Много тут поездов, но автобусов гораздо больше. Какие у водителя религиозные пристрастия, если просто на него посмотреть. Ну и все тут, конечно, не торопятся, все не спешат. У нас был случай, когда мы ехали с водителем-мусульманином, был пятница, день джума, водитель вышел на пятничную проповедь в деревне и пошел, оставил автобус, и часть пассажиров тоже пошли на пятничную проповедь, помолились. Через полчаса водитель обратно залез в автобус и поехал дальше. Все, кто не выходил в автобусе, спокойно сидели, ждали. Никого это не нервирует. То есть такие задержки нормальные. Бывает, просто ждет, пока наполнится, чтобы побольше пассажиров догнать. Тоже бывает.
бывает. Бывает, что полчаса просто стоит, но не полчаса, а 20 минут стоит и чего-то ждет. Так что, если едете на автобусе, знаете, все это может очень сильно затянуться. Скорости тут, конечно, не европейские. Radio bin bin Isuru suan ran ran Radio bin bin Вот въездная табличка в город Коломбо. Местное священное дерево всякими какими-то религиозными атрибутами, разными буддами, будёнышами, и сюда почему-то приносят всех испорченных будд, и даже Иисус сюда притащили. Очень странно. Дерево так дерево. Уезжая со Шри-Ланки, нужно вовремя избавиться от шри-ланкийских денег. Деньги тут с виду очень красивые, но ни в одной другой стране мира они уже не принимаются. Так что, если у вас остались шри-ланкийские деньги, то, конечно, надо их потратить прямо здесь. Они иначе останутся только на сувениры. Ну все, подходит уже к концу наше проживание на Шри-Ланке. Последние порции пролетарской пищи. Завтра улетаем на Мальдивы. Пока сегодня еще можно наслаждаться шри-ланкийской дешевизной. Вот такая порция стоит 60 рупий, это примерно 23 российских рубля. Будем отъедаться, потому что на Мальдивах такого дешевого продукта уже не будет. Это вот наш последний маршрут по северо-восточному берегу Шри-Ланки. Приехали поездом в Тринкомале. И потом уже поехали автостопом здесь вот по побережью. Здесь переправились через реку на попутных лодках рыбацких. Здесь пешком прошли 7 километров. И дальше уже поехали автостопом на Мулайтиво. Это самый антиколомбинский город. Город находится прямо в противоположном месте острова относительно Коломбо. Ну а потом уже с Мулайтиво уехали сюда на Килиночи, из Килиночи поездом обратно в Коломбо. Такой у нас последний шри-ланкийский выезд получился. Вот и все.